Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии республики и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов подписали накануне президент России Владимир Путин, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Координационного совета и организации Севастопольского городского управления Алексей Чалый. По всей стране прошли акции в поддержку крымчан. На Ринмаре митинг под девизом «Мы вместе» организовали активисты общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию». В акции приняли участие сотни наринмарцев, в их числе наша съемочная группа. Подробности в материале Алины Выучейской. Грозятся, что россиянам не будут выдавать визы. Ребята, у нас есть Крым, поедем туда. «Украинцы – братский народ», – скандируют собравшиеся на площади марацы и горожане. Они пришли в едином порыве, чтобы выразить солидарность с действиями президента и поддержать выбор жителей Крыма. Транспаранты, флажки, радостные лица – далекий Крым становится близким. «Сегодня историческое событие – Крым снова с нами. А это значит, в нашем основном законе страны, Конституции Российской Федерации, которой должны пройти изменения после подписания договора, которое свершилось сегодня, появятся новые субъекты». Присоединение Крымской автономии к России – событие историческое, считают наринмарцы, а участие в митинге дает возможность почувствовать себя причастным к нему. Теперь с крымчанами Россию связывает не просто дружба, единство во всем. Одни цели, один язык, один народ, одна страна. Так и должно быть, уверены митингующие. Как Крым отдавать? Ни в коем случае нельзя. Он вечно, всю жизнь был российским. Пусть остается российским. Сегодня, я так понимаю, мы как раз собрались для того, чтобы поддержать это решение, поддержать крымчан, ну и за то, чтобы мы все жили в мире и в согласии. Это исконно русская земля. Исконно русская. Это герои наши. Севастополь. Города Крымского полуострова – неотъемлемая часть российской культуры и истории. Депутат городского совета Вера Дроздова говорит, что для нее особенное значение имеет город-герой Севастополь. Во время Великой Отечественной войны он одним из первых принял на себя удар вражеских войск и выстоял. Я им в душе сказала большое спасибо за то, что они помнят, что они русские, россияне. И снова воссоединились. Мы стали снова вместе, мы воссоединились снова русские. Крым – это большой транспортный узел и стратегический объект военно-морского флота России. Каждый четвертый житель нашей страны хоть раз бывал на крымской земле. В Ненецком округе многих северян с Украиной связывают родственные и дружественные узы. У многих из нас есть родственники в Крыму. У меня там и племянники, и внуки уже. И с удовольствием они восприняли, что они теперь единая семья с большой Русью. Будем же этому радоваться. Акции и митинги в поддержку присоединения Республики Крым прошли также в 81 регионе страны. Поддержать крымчан вышли жители Санкт-Петербурга, их Брянска, Москвы и Владивостока, Уфы и Воронежа и многих других городов России. Алина Выучейская, Сергей Качегов, телеканал «Север».